Да она на весь... Да, я ладно. Чего? Вау. Какой он детализированный. Наоборот, даже мило выглядит. Похож на... маленького Мишку. Такие глазки у него. Серьезно, они считают, что мы должны его бояться? Вот именно, он милый. Похож на анимешного какого-то персонажа, знаете, из аниме. Было бы здорово, если бы у него из его ручек вылазили такие... как они называются, такие штуки, которые потом в письку залазят, в попу. Вот сейчас лаги, наверное, будет. Я помню, тогда игра лагала. А где Чиполлино? Тентакли, да. Если будут лагать, вы говорите сразу. Терпеть не надо, ребят. Я понимаю, вы привыкли быть такими, но не надо. Там можно потише, плиз. Так, ну пока все выглядит более-менее адекватно. Неплохая такая графика. И я пришел в тупик. Это плохо. Вот это графон. Да, ну а что вы хотели? Да блэд! Ау! Мечта, наверное, любого вейпера вот так вот попасть в комнату, где тебя начинают парами, короче говоря, брызгать. Нет, 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 я пошутил! Бля, меня сейчас пожарить, что ли? Что происходит? Эй! 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 Я нажал на кнопку. Как ему... Мы, походу, прочистили трубы. С какой целью, я пока не совсем понимаю. Но в этой игре есть секреты. Да, это классно. Так. О, отлично. Здесь они ничего не поменяли. Это выглядит все так же плохо. Я про интерфейс. Интерфейс. Он убогий. Но ничего, это только начало. А тут, я так понимаю, какой-то SCP? Я не буду ее найти. Хотя... Все, я понял. Эй, я снял! Ребят, я умею играть в SCP, не надо мне советы тут давать. Не моргай против Чиполлино, да ладно. Я оригинальный SCP прошел полностью, всеми концовками. Вы мне сейчас будете тут еще что-то рассказывать. Нормально, это флешбэк. Такое бывает изредка. А, шутки про Норильск, да. Я тоже хотел, но... Уже как-то не очень. Шутил я так, понимаете? Левел 1. Так. Давайте сходим наверх, посмотрим, что там. Подписка первого уровня, да? Сейчас сидит такой From Finland на троне такой. Ну шо пришел? Подписочку хочешь? Соси. Да, с радостью. Вау! Оу! Так мы рыли где-то в космосе. Ёб твою мать. Это какая-то луна, что ли? Во. А тут странно, холодно? Или это просто... Понял. В этой игре вообще кто-то есть? У меня есть стойкое ощущение того, что в игре никого нет. В том числе и Чиполлино. Как-то максимально тихо. Очень тихо. Третий левел.
А что толку-то от этого третьего левела? Там закрыто. Да. Это Unity. Какой Unreal, господи. Графика, конечно, полный Unreal, я понимаю. Но движок Unity. По-моему, я бегаю по одним и тем же местам. Я же был там. О, вот тут я не был. Слышу. Кого-то слышу. Слышите вы? Я, по-моему, догадываюсь, кто это. Мы сейчас спустимся на первый этаж. Ну, в подвал. Я помню, это в оригинале было. В оригинале было, да. Тут сейчас будут монстры. Я даже не знаю, стоит ли мне вообще сюда идти. Ой, блэд. А почему нет фонарика? А, ну да, мы его не взяли, наверное. Че за нахер? В меня попал камень? Кто меня убил? Просто хрясь и все. Ногу сломал. Мне в лицо что-то прилетело, что-то серое такое. Бах, нахуй, аж хруст. О. Шею свернули, то есть это все-таки Чиполлино выскочил. Блин, ну... Чё у меня, блядь, морда такая кривая? Алло, ребят, я стример, блядь, я инвалид. Задонайте мне на искри... на... исправление моего лица. Тьфу, ёб твою мать. А, я ещё... ну что, ребят, как вам игра? Давайте еще раз, мне как-то прям даже понравилось. Понравилось, да. SCP 650. Ничего себе. Нормально. Минус 10 долларов. Каждый месяц к 100. Типа я купил подписку у них. Ты подписываешься, и тебя ежемесячно снимают по 10 баксов с карты банковской. Я надеюсь, что я смогу отписаться когда-нибудь. Если мне не захочется больше платить. А подождите, а что наверху? Пока я не могу сказать, стоило ли вот это вот все 10 долларов. Но обновление выходит каждую неделю. То есть у нас хотя бы теперь уже наконец-то появится какой-то контент на стриме. Я ради подписчиков готов платить по 10 баксов в месяц. Нормально. Нихуя себе компьютер! Он титановый, походу. Я хочу себе такой. Блин. Я хочу, чтобы он так же тарахтел. Чтобы прям на стриме было слышно каждый раз, когда я стрим запускаю. Ха, прикольно. Зачем я сюда поднялся? А здесь что? Алло! Куда все пропали, блин? Там был мертвый человек. Надеюсь, меня тут не запрут. Блин, а было бы здорово. О! Попавсь! Блин, чуть дверь не пропустил. Оу. Так сразу мне дают комнату, где я могу выключать свет? Серьезно? Помнится в оригинале, чтобы найти такую комнату, тебе приходилось тратить намного больше времени. Хотя я тут вообще ничего... О! Чего? Чего? Я что-то нажал? Я даже не...
Я даже не знаю, что я сделал. Теперь что-то работает, блин. Дед, блядь, пришел. Негр, Ты чё, коза, блядь? Ага. Ну вот. Да, сука, он еще и телепортируется. Ах ты, какаха! Да отстань от меня. У меня ничего нет! Твою мать! А-а-а, чёрт! Всё, пизда, Вася. Ой. О. Я сейчас себя в тупик загоню. Да ладно, я же пошутил. Да какой тупик? Да ну не надо, ну. Да ёп. Да куда ты? А! Здрасте. Тарррр! Тварь. Сука. О боже, вот это мне повезло. Ах. А шо? Ай-яй-яй-яй. Это все я Хесус, да, я умею, как бы. Я профессионал в этой игре, как бы. СЦП контентный дрищ. И это я могу, да, я такой, да, это я. Уф, сука. А шо, куда ты пошел? Дедушка вроде исчез, может быть, и музыку можно вырубить, а? Не обязательно. Не, нет. Не надо меня так напрягать. Я был здесь, третий левел тут. Да тут нет, нихера. А где дед? Я обратно вернусь. Фу, бля. Нормально, а? О, растение! Как это мило. Там, наверное... Там очередные коридоры. Оу. А! А как игру сохранять? Ой, блэд. Я нажал F6 и походу я... Фу, блядь, а что это слева нарисовано? Это я где? Стоп, это что такое? Я где появился? По-моему, все окей, я не знаю. А, слава богу. Ха. Чего? Я вроде отошел, типа. Сделал все так же, как я и в оригинальной игре. Подойти, отойти, как бы, потом пробежать быстро. А тут ты все равно умираешь, даже если рядом стоишь. Нормально. $10, да? О, слава богу! Сука, почему опять такие же коридоры? Ну, разрабы, ну вы-то хоть какое-то разнообразие сделаете в этом плане? Ну одно и то же, ну бесит. Вау, 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 очки. А это что такое? Навальный, да? Ой. Та! Я утку взял. Здорово. А что делать-то? Ну я взял утку и что? Ну, у меня есть просто утка. Так, это я не буду кушать. Это конфетки, которые наносят мне вред. Поэтому... Не буду. Подвальный. Подвальный это я! Не буду. Очки тоже возьму, но не буду их использовать. Не, я хочу уточку. А что с уткой делать?
Ёб твою мать! Чё за... Понял. Понял, принял. Очки снимаю. Тьфу, ёб. То есть они повсюду, да? Оу. F5. Надеюсь, я сохранился. Этот звук был точный. Ну, типа, не к тому, что это было сохранено. Не, я туда не поеду. Меня там опять убьют. Хотя, может быть, поехать, я что-то... Блин, у меня даже карточки нет. Сейчас бы улучшить ее. Оно вообще работает? Давайте проверим, работает, нет? Утку прокачаем. Блять, сейчас мы тебя как прокачаем, нахуй. Как там надо качать, я уже забыл. Один к одному, fine, very fine, или... Или шо? Хуль надо. Сейчас нормально. Такая рама будет огромная. Перекачанная утка. Верифини? Не, вы все врете. Упал, отжался! Что-то она это, бунтует. Не хочет, чтобы я закрывал тут. Очень very. Ладно, короче. Прости, утка, если я тебе сделаю больно. Сейчас раз и Аляша такая выпрыгивает. Надеюсь, оно меня не сожрет. Чего? А? Чего, блядь? Чего? И что мне теперь с этим делать? Какого хрена оно превратилось в смайлик? Такой типа недовольный. Алло! Я, кстати, все думал добавить себе, ну, на Twitch, на канал, смайлики из ВК. Ну, знаете, самые такие обычные оригинальные смайли. Смайли. Просто некоторые из них, сука, я в хача какого-то превращаюсь, слушай, я ты бешал выебю. Так, все. Некоторые из них на самом деле довольно забавные. Вот. Ну скучно же. Ну ладно, давайте попробуем улучшить теперь смайлик. Сделаем один к одному. Какой-то кубик вообще, блядь. Рыли какой-то Майнкрафт. Рафлан Незнайка. Фак. Ну и чё ты припёрся, блядь? Я ворвожа за зама. Да забери ты. Да ладно. Я думал уже все, конец. Ох, сука, я застрял в его санине. Беги. Да, блять.